Здравствуйте, ребята! У нас представлена уникальная возможность побывать в самом большом электродепо Европы – Южное. Там представлена уникальная экспозиция исторических вагонов и спецтехники Ленинградского петербургского метрополитена. Посещение центра исторического подвижного состава возможно только в организованной группе. Посетить можно даже целым классом, но есть возрастное ограничение – школьники от 5 класса. Как выглядит кабриолет метро? Почему один вагон называется «Батарейка», а второй – «Доктор»? И зачем питерскому метрополитену вагон – «Лаборатория»? Посетители смогут побывать внутри трофейного вагона, который работал в берлинском метрополитене до 1945 года. Ему уже 95 лет. В экспозиции представлен один из 40 первых вагонов типа Г, которые открывали ленинградский метрополитен 15 ноября 1955 года от станции Автово до станции Площадь Восстания. Центр исторического подвижного состава ждет жителей и гостей Санкт-Петербурга к нам на экскурсию.